Без конфликта не обошлось. На Семинарской 24А/1 с сентября ведутся строительные работы. По словам депутата горсовета Дениса Григорьева, строительство ведется не только без разрешительных документов, но и без проекта. Поэтому жители многоэтажных соседних домов опасаются, что их ветхие здания просто начнут сползать в вырытый котлован. К проблеме незаконного строительства подключились Приморская райадминистрация, ГАСК, а также прокуратура. Вот сейчас данную территорию, то есть захват, незаконный захват земли Одесского городского совета, в первую очередь, вот это строение, которое сейчас построили здесь буквально за месяц, приводится в первоначальный вид, согласно распоряжению администрации. Также здесь присутствуют представители ГАСКа, прокуратуры, муниципальной безопасности, ну, скажем так, все инстанции Одесского городского совета и области, наверное, уже побывали здесь. Представители ГАСКа и горсовета неоднократно пытались попасть на стройку, но ворота были постоянно закрыты. Так как земля является собственностью города, Приморская райадминистрация выдала предписание о демонтаже ворот, которые закрывают вход на стройплощадку. Парадоксально, но люди, проживающие в этом дворе, в частном доме, с таким разрешением не согласны. Помещение суда, быстро покажите. Да, ворота прописаны в праве собственности. Вы нарушаете право собственности. Воровство. Ребята, идет воровство. Незаконный спил, ворот идет. Как оказалось, у застройщика есть документы на уже готовый дом, которого по факту еще нет. То есть он получил право собственности на еще не построенное здание. У нас было обращение граждан, у нас был депутатский запрос. Мы вышли комплексно по адресу Семинарская 24А и обнаружили, что у людей на руках документы уже на существующий дом и право собственности на существующий дом. Вы сами видите, сегодня это фактически захват городской земли. По словам людей, проживающих в доме рядом со стройкой, на месте раньше стояли хозяйственные помещения. Потом они разрушились, и на их месте неизвестные начали рыть котлован для фундамента. На нашей территории, грубо говоря, в нашем дворе началось строительство. Кто что, ну, мы не знаем. Органы установили, там, горсовет, там, администрация установили. Как сказали, вынесли какое-то решение о прекращении стройки, потому что стройка незаконна. Насколько я знаю, никаких документов не было предоставлено, то есть законность, незаконность. Как вы все можете видеть, здесь предпринимались попытки строительства. На данное строительство ни одного разрешительного документа нет. Ну, обыкновенный самовол. Незаконную стройку остановили. Рабочие выломали сваи и спилили арматуру, а также засыпали котлован. Полина Карюк, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».